Партнер проекта – салон-магазин музыкальных инструментов «Ля Минор». Все для профессионалов, истинных ценителей музыки и новичков. «Ля Минор» – окунись в мир музыки. Влюбленного всем настроением. Проект «Это по любви» снова в эфире. Не секрет, что знаменитые люди ради искусства, кино или театра легко бреются на лысо. Вот и наша героиня только ради любви к мужу готова на нечто подобное. А вы готовы испытать шок? Анна Кушнир и уже полтора года Филипенко. Сколько ее знаю, всегда экспериментировала с прической. Сначала меняла цвет волос, потом дошла до креативных стрижек. Она художник, визажист, актриса молодежной театральной студии «Маска». Он младше ее на 2 года. Спортсмен, мим, клоун, будущий педагог восточных языков. Ходили вместе в студию эксцентрической пантомимы. Там и завертелась. Как-то сидели в общежитии, было скучно. Им решили узаконить отношения. Сейчас Аня будет шокировать мужа, совершенствовать и без того неординарную стрижку. Клиенты бывают нечасто такие. Но когда приходят, мы очень рады. Почему? Ну, потому что это полет творчества, можно что-нибудь такое радостное. Чаще выбривает стрелочки, полосочки, женщины-цветочки. Но чтобы для парня выбрить его имя у себя на голове, такой заказ у Натальи впервые. Это сложно. Почему? Ну, потому что надо, чтобы это было читаемо. Это же вот как не на заборе нарисовать. Это же волос. Но если был какой-нибудь цветочек, было бы легче. Анечка, думаю, будет носить, радоваться. Как можно исправить? Сбрить на голову. Прям на лысо. На лысо. Начнем. Мама! Что вы боитесь? Я не знаю. Та-да-да-дам. А как Артур отреагирует, предсказать невозможно. Он человек творческий и непредсказуемый. Никогда не знаешь, какая реакция у него будет. Чаще всего он. Я думаю, что он улыбнется. Удивится, может, немножко. Но не бурно. Буква А. Такая культурная. Да, слышишь, можно и ходить с такой буквой. Да? Чё-то нет-то. Посмотрим, что получится. Можешь показать? Мы потом какой-нибудь цветочек выберем и... Смеяться будет. Скажет спасибо, приятно, а дома скажет, вот ты дурында. Он будет каждое утро просыпаться, смотреть. О! Моя! Моя! И не перепутает никогда. Слава. Хорошо, что не Константин. Это было бы букв больше. Точно, Артур? Точно, Артур. Ощущение приятное, психологическое ощущение. Я была готова к этому поступку, поэтому ничего страшного. А, как просто красиво сделан. Мне а? Дико интересно, что там получается. Но... Ну, а, сделаем красиво. А, такое. Не просто ж на заборе, вот как напишем, правильно? Угу. Потом еще так вот возьмем бритвочку, проблеем все это дело. Точно мы дождем. Ну, то вы не путайте меня, то и правда Артем. Не, мне не надо, Артем это брат Артура. Как-то Артур для жены саперной лопатой выкопал «Я люблю тебя, топотушка». Но Аня преподнесет более долгоиграющий подарок для мужа. Ты можешь меня встретить? Да. Выезжаешь? А, хорошо, Блюхера 48. Минут 20 и все выбрито. Для большей наглядности имя обвели белым карандашом. Да, это то, что я хотела. Прочитаемо? Да, все. Ну я сразу, вот так вот смотришь, сразу читается, конечно, Артур. Никто не обманул. Написали Артур. Спасибо большое. Это любовь? Пока супруг едет к нам навстречу, посоветуемся со слободскими прохожими. Если только на время, то это как бы не по мне. Вот выбривать что-то где-то на голове. Ну, если девушку саму устраивает вот эта вот прическа, то ради бога. А вы бы решились на что-то? Вот на такое нет. В принципе, нормально. Я в своем возрасте к этому отношусь положительно. Так что я думаю, что мужу понравится. Наш оператор спрятался за дверь. Внимание! Долгожданная реакция. Смотри, что написано. Умоление. Тебе нравится? Я очень нравится. Не нравится? Ну, смотри, это же... Не помешательство?
чего. Я понял, ради чего. Артур, я тебя очень сильно люблю, но татуировку я не рискнула, это все равно, ну, через, не знаю, пару неделек зарастет, но хоть две недели. Тебе пора. Прости нас. Ничего страшного. Я такого не ожидал, это меня очень испугало, потому что это, по мне, это сильно чересчур. Но... Если была бы татуировка, это я, мне показалось, что помешательство, я бы заставил бы сжигать. Нет, я не буду выбривать, ничего, я не хочу портить свою прическу. Думаешь, она испортила? Пока. Нет, но себе я испорчу. Она не испортила, потому что она любит такой... Феерию она любит, вот. А я нет, я не хочу. Пока. Осталось 4 выпуска проекта. Если вы отважный молодой человек, желающий осчастливить свою любимую на весь город, звоните. Партнер проекта – салон-магазин музыкальных инструментов «Ля Минор». Все для профессионалов, истинных ценителей музыки и новичков. «Ля Минор» – окунись в мир музыки.